Такое первое наблюдение, которое опирается на мой долгий опыт, и чаще всего это на 95% правда, молодежь торопится. Это органическое, присущее молодому артисту, как, впрочем, и молодому режиссеру, качество. Почти биологическое. Молодежь, молодой артист торопится. Молодой режиссер торопится. Когда тебя тащит сыграть результат, как говорит Хасан, это правда. Очень тащит сыграть результат. Очень тащит режиссера быстро и результативно что-то сделать. С опытом молодой водитель чаще всего торопится. У меня дочь месяца сколько? Три месяца тому назад села за руль. Первые поездки с ней – это молитва. Надо было проехать три переулка. Я молиться начал сразу. При выезде со двора с такой скоростью она выкатилась со двора, я понял, все. Не доедем до соседей. Не доедем. Это органическое, присущее молодым людям черта. Мой вам совет. Мой вам совет. Если я вам скажу не торопитесь, я вам ничего не скажу. Хотя, конечно, очень часто говоришь не торопись. Но для артиста, особенно молодого, это недостаточно. Надо ему сказать что-то очень-очень конкретное. Что конкретное? Самое главное, слушай меня. Как говорится, слушай меня, Узбекистан. Слышали ли вы о таком понятии событий? Не могли не слышать. Значит, самое главное – это понять, что случилось. А для того, чтобы понять, что случилось, нужно время. Время. Что случилось? Из-за чего ты сюда выходишь? Это раз. И что случилось, когда ты сюда вышел? Начнем со второго. Бросаю на пол. Я выхожу на сцену за несколько минут до прихода сюда Немировича Данченко. Питера Брука, он ближний, еще ближе. Зная, что Питер Брук не переносит
просто не переносит какой бы то ни было неаккуратности. Он приглашен на нашу с вами встречу. Я участник, играю роль участника, отвечающего за сцену. Я выхожу, смотрю, так, это в порядке, это в порядке. А, ты черт возьми. Увидел, поднял и ушел. Через несколько минут я снова вышел на сцену. Вижу так. Брук уже приехал, все хорошо. Что такое? Опять кто-то бросил. Перед самым приходом Брука вышел еще раз уже отсюда. Раз, раз, тут все хорошо, тут все хорошо, тут все хорошо. Что это такое? Что это значит? Кто подбрасывает все время розовую бумагу? Что это за сволочизм? Андрей Валентинович! Сволочи! Идет Питер Брук. Я выхожу. Катастрофа. 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 Четыре раза я по-разному, но не пропустил событий. Не пропустил. А последний раз уже я даже уже не поднял эту бумажку, а просто понимая, что идет Питер Брук, я решил встать на ней. Значит, эти четыре раза я показываю вам для того, чтобы вы научились не пропускать и не торопиться, оценивая ту или иную ситуацию. Вот если вы не будете пропускать, вы не будете результативны. Результативность – это когда пропускается. Вот я показываю вам вариант результативной игры. Вышел. Ну что это такое? Ну кто это бросил эту бумагу? Сразу сел на горло. Что это означает? Я не оценил, что эта бумага лежит третий раз здесь. Я не вошел. Опять бумага. Видите, я начинаю смотреть откуда. Я начинаю понимать, что здесь какая-то диверсия. Значит, в этой школе какие-то мерзавцы какие-то работают, хотят подорвать авторитет русских.